Итак, внимание, Дутики и Тина для вас. Но что нас ждет зимой с вами? Что нас ждет осенью с вами? Будем прямо сейчас проводить эксперименты, от которых у меня, честно говоря, замирает сердце. А сейчас хочу сказать вам, что Дутики и Тина по цене 1799 рублей. И есть размеры от 36 до 41. Ну почему? Ну почему эксперимент нужно проводить обязательно на белом цвете? Я очень люблю и проводить эксперименты. И на белом именно потому, что хочу вам доказать, что наша белая обувь абсолютно не боится такой грязи. Представьте, вы вышли на улице, и у нас с вами месиво из земли, песка, снега, не пойми чего у нас с вами на дороге. Но здесь нам приходят на помощь наши дутики, которые справляются со всеми сложностями непогоды. Я вылила на них стакан грязи, затем я просто помыла их водой. Причем, посмотрите, вода у нас с вами просто отскакивает от них, они остаются сухими, а значит, вы будете защищены от слякотной погоды. Ну вот, если вы раньше боялись выбрать для себя белую обувь, выбирайте Дутики Тила в белой обуви. Есть у нас еще 4 цвета на выбор для вас. Наша Елена выбирает для себя серый, и вы посмотрите, как они мерцают. Сегодня дизайнеры украшают нашу обувь великолепной россыпью страз, а это значит, мы с вами выбираем для себя, летящую и блестящую походку, и все это за 1799 рублей. Дозванивайтесь прямо сейчас и уже выбирайте свои Дутики Тила. А у нас Дутики Тила сегодня представлены в 4 цветах. Это серый, который вы видите на экране, белый, над которым мы проводили серьезные эксперименты. Также у нас есть темно-синий цвет и классический черный. Но что мне нравится больше всего в этих дутиках, это то, что у них великолепное украшение из страз. Вы посмотрите, как они блестят и переливаются. Черный цвет. Отлично смотрятся снежинки и страз. Темно-синий цвет также выглядит выигрышно благодаря своим, с одной стороны, ярким цветам, с другой стороны, не марким. Да, посмотрите, в таких дутиках вы точно будете как настоящая снегурочка. Невероятный блеск. Ну и, конечно, хочется сразу узнать, как подберем размеры, на какую полноту ноги Дутики Тила подходит. Дутики Тила мы сегодня подбираем на один размер больше. А полнота здесь замечательная. Любая стопа, которая у нас с вами страдает, например, от косточки, от отеков, будет чувствовать себя невероятно комфортно. Именно потому, что у нас часть, где самые большие части, это где косточки, мы с вами видим, что она достаточно свободная. То есть ножка будет располагаться здесь невероятно комфортно. А то, что у нас с вами здесь текстильное полотно, по бокам у нас с вами эко-замша, вы посмотрите, она очень стильно смотрится. Да. Кстати, эко-материалы легко подстраиваются под особенности вашей стопы. Ну и согревают до минус 20 градусов все-таки. Да, я с тобой согласна. Они, конечно, будут согревать до минус 20. Но это еще не все. Мы с вами уже определились, что материал, из которого выполнена наша обувь, это плащевка, которая отталкивает от себя влагу. Ну вот что интересно, внутри-то у нас с вами мех, и этот мех позволяет нам чувствовать себя невероятно комфортно и тепло. Давайте мы с вами заглянем внутрь. Внутри у нас с вами великолепный мех. Вот мы сейчас с вами и будем его рассматривать. Итак, внимание на экран. Ну что ж, посмотрим, какой мех там у нас есть и насколько он нас согреет. Выбираем мы сегодня для себя зимнюю обувь, поэтому нам важно знать, чтобы она нас согрела. Дутики Тила, 9-я полнота, 1799 рублей у нас. У нас цена, пока еще есть все цвета и все размеры в наличии. Поэтому успейте выбрать сегодня свои дутики и стать настоящей снегурочкой. Да, вот она. Итак, я уже открыла наши сапожки и показываю, что внутри у нас действительно настоящая шубка для ваших ножек. Посмотрите, мои пальцы просто утопают в этом количестве густого меха. Это та самая защита от холода. Конечно, Леночка, мне еще, знаешь, что нравится? Так. Что не только эти свойства защищают нашу ногу, но еще у нас с вами, во-первых, посмотрите, там, где у нас молния, у нас клинушек вставлен. Он как раз защищает нас от того, что будет попадать снег или вода через молнию. И, конечно, здесь у нас это дополнительный объем. А, давайте понятно. Мы с вами посмотрим.
посмотрим, что у нас действительно сапожки идеально садятся на ногу. Кстати, по верхней части у нас эластичные нити вставлены. Так. Именно они дают возможность плотно обнимать нашу ножку, а при необходимости они будут работать для нашей полной ножки. Да, мне нравится действительно меховая шубка внутри спрятана, ну а сверху великолепие из разноцветных страз, которое привлекает к вам внимание. Вы точно в таких дутиках не останетесь незамеченными. Блистайте и подарите себе блестящую и летящую походку в дутиках Тила. Не замерзните до минус 20 градусов. Девятая полнота — 1799 рублей. У нас цена сегодня. Дозвонитесь прямо сейчас. Ну что ж, давайте измерим объем наших дутиков. Да, многие спрашивают, как будет чувствовать себя моя ножка. Итак, давайте посмотрим. У нас с вами действительно настоящий комфорт. 38 сантиметров. И это не предел. Ведь вы уже видели, что у нас с вами вставка. Вот для того, чтобы понять, насколько комфортно вы можете себя чувствовать, мы еще и ее с вами замерим. Добавляем. Итак, добавляем сюда. А добавляем мы 7 сантиметров. Эти 7 сантиметров дают нам невероятный комфорт. Итак, внимание, дорогие дамы, у кого широкие игры? Вы, наконец-то, нашли свою обувь, благодаря которой вы будете чувствовать себя невероятно комфортно. Но это не просто обувь, это блестящее предложение. Посмотрите, наши дутики усыпаны все кристаллами, а значит, вы будете блистать. Очутитесь в сказке, почувствуйте себя настоящей волшебницей, но при этом оставайтесь еще и в комфорте, и в тепле до минус 20 градусов. И все это за 1799 рублей. Дозвонитесь прямо сейчас. Все звонки абсолютно бесплатные. Оплата только при получении на почте. Ну и, конечно, 15 дней гарантии. Но я уверена, что как только вы примерите на себя дутики Тила, вы с ними не захотите расставаться. Вот знаешь, Ань, что я еще хочу спросить у тебя. Вот внутри у нас меховая шубка. А вот стелька какая? Как внутри? Как ножка будет чувствовать себя? Она будет себя чувствовать очень комфортно. И все благодаря тому, что у нас съемная стелька, которая также выполнена из меха. Посмотрите, он также здесь у нас с вами густой. Мне нравятся съемные стельки. Они всегда дают возможность дополнительного ухода содержать в чистоте и в гигиене нашу обувь. И точно так же мне нравится, что не только стелька будет защищать нас от мороза, от холодов. Ну и давайте посмотрим. У нас с вами прекрасная подошва. Она, во-первых, выполнена с правильной анатомической особенностью. То есть мы с вами будем идти очень мягко, и нас с вами будет сапожок нести просто вперед. Это легкость на целый день. И также сразу обращаю ваше внимание. Вы видите, какой здесь протектор? Обратите внимание. Настоящий трактор. Настоящий трактор. Вот он. Вот она, та самая защита, которая будет вас устойчиво держать на ногах. Будь то гололед или наоборот, будут заснеженные дороги. В любом случае вы будете чувствовать себя комфортно. Ну вот представьте, посмотрите, повторяет каждое движение вашей ножки. Вот это да. Значит, ваша ножка будет чувствовать себя комфортно, защищенно и при этом еще и тепло. Я очень часто гуляю со своей младшей дочкой в парке зимой. Мы катаемся и на горках, и на лыжах, и даже в снежки играем. А возле школы как ее ждать нужно? Придешь в одно время, а раз урок проглят или задержит, и стоишь и замерзаешь. В этих сапожках вы не замерзнете. Дутики Тила сегодня, девятая полнота. У нас есть цена 1799 рублей. Размеры от 36 до 41 и 4 цвета на выбор. Давайте посмотрим. Итак, первый цвет, который вы видите, это синий. Посмотрите, какие здесь стразы, как они блестят великолепно. Кстати, мы уже проверяли, что они у нас никуда не денутся, всегда будут с нами. Следующий цвет — это белый, также со стразами. Серый, темный, графитовый и черный. Выбирайте для себя тот цвет, который вам нравится. Берем на размер больше.